Дисциплина и ответственность – ключевые посылы депутатской инициативы. Слишком уж часто, по их мнению, в этом году менялись руководители важнейших муниципальных предприятий. По-человечески понять народных избранников можно, тем более, что право на согласование кандидатур за ними было закреплено до 2014 года. Сейчас депутаты хотят вернуть утраченные полномочия. Статья 30. Действующая редакция. Полномочия представительного органа города Рязани. Полномочия представительного органа города Рязани, установленные в соответствии с федеральными законами и законами Рязанской области, относятся. Пункт 9 отсутствует. Предлагаемые изменения состава. Значит, полномочия представительного органа города Рязани. Пункт 2. Полномочия представительного органа города Рязани, установленные в соответствии с федеральными законами и законами Рязанской области, относятся. Согласование назначения на должность и освобождение от должности заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации города, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Понятно, что на бумаге идея выглядит здраво и правильно. Вот только в том виде, в каком она попала на общественные слушания, перспектива у нее весьма туманна. Полномочий влиять на кадровые решения исполнительной власти у городской думы сегодня фактически нет. Кроме того, несмотря на одобрение инициативы большинством депутатов, их идею общественность фактически не поддержала. Сразу 16 ТОСов письменно выступили против проекта. В общем, посыл приветствуется, его реализация вне правового поля. Об этом напомнили депутатам представители региональных Минюста. Проект противоречит федеральным законам. Статья 35 федерального закона 131 ФЗ установлен перечень исключительных компетенций представительного органа. В части 11 статьи 35 федерального закона 131 установлен есть такое полномочие, как иные полномочия, которые определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями, законами субъектов и уставами муниципальных образований. Однако на федеральном уровне отсутствует нормативно-правовой акт, представляющий такое право представительному органу. В соответствии с чем на проект муниципально-правового акта внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования городского округа город Рязань дано заключение о противоречии действующему законодательству. Свой протест на документ внесла и прокуратура. Впрочем, мнение ни за, ни против на публичных слушаниях не несут функцию законодательного утверждения. Главная задача – выслушать всех, кто хочет что-то сказать. На основании поступивших предложений будет подготовлен итоговый документ. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».